Так, 15 марта. Ульи у меня растаяли все. Сугробы развалил. Веточки тоже развалил. Вот они все. Каков итог зимовки? Итог такой. Из 10 семей перезимовало 8. 2 семьи не перезимовало. Не знаю, хорошо это или плохо для первой моей зимовки. Ну как бы так. Вот эта семья. Вот, семья Рой. В зиму пошел на рамок на 8, наверное, точно. Перезимовал хорошо, сидит. Ну, клубы все рассыпались уже. И как пчел не показываю, потому что погода не очень, ветер сильный, взлетают. Жалко, пчелы гибнут. Вот, этот хорошо перезимовал. Сидит, пчел много. Подмору особо не видно. Подкормил канди, 2 килограмма дал. Так, вот здесь был отводок на карнику августовский. Семья погибла. Ну, как бы. Все отводки. Сколько у меня их было? Раз. 3 отводка, и они вышли из зимы слабенькие, не очень. То есть, думаю, в следующую зиму нужно будет, ну, как бы наращивать пчелу, отводки слабенькие, не пускать в зиму. Так, вот это карник. Отводок сидел на 3 улочках. Зимой погибла семья. Так, улей-лежак. Здесь семья перезимовала хорошо. Также на рамках на 8, наверное. То же самое дал 2 канди. Вот эта семья перезимовала тоже нормально. Дал 2 канди. Из ППС. Вот он хорошо перезимовал. Так. Вот здесь карник отводок. И отводок от семьи, которая на втором точке, которая быстро-быстро осенью нарастила. Ну, как бы так незаметно, сам не ожидал. Раз, и семья такая большая стала. В общем, от нее брал отводок, тоже августовский. Перезимовала более-менее нормально. Так что из 2 карник у меня осталась одна. Вот там отводочек. Так, ну, скажем так, еле-еле-еле-еле перезимовал. Может, там жменя пчелы осталось. Канди ложил, ну, пораньше там ложил, она у меня такая шумная, неспокойная была. Подмору много, канди-то есть, ну, мало пчел. Ну, семьи большие. Нормально, мне понравилось, как они перезимовали. А вот по отводкам на будущую зиму надо будет что-то думать. На втором точке там у меня было 3 семьи. Одна погибла, один слабенький отводок. Ну и как там семья, одна хорошо. Итог, еще раз повторюсь, из 10
Пока на 15 марта 8 семей перезимовало.